Доброго времени суток! Вас приветствует столичная афиша и я, ваш постоянный медиагид по культурной и развлекательной жизни нашего города, Артур Габбасов. В ближайшие 15 минут вы узнаете все, не только о самых ярких и ожидаемых примерах театра и кино, но и много чего интересного и смешного, особенно для тех, кому можно просто показать палец. Да я говорю, просто палец! С вами не соскучишься. А по завершении передачи нас с вами ждет уже так полюбившийся горожанам рубрика Satisfaction. А тема нашей сегодняшней праздничной первомайской программы — звезды российского шоу-бизнеса. Ну что ж, добро пожаловать в столичную афишу. В наше время люди интересуются больше жизнью звезд шоу-бизнеса, нежели судьбой своих родственников. Вот он, жестокий шоу-бизнес. Андрей, я умираю. Подожди, подожди. Волочкову показывают. Артур Габбасов. Театр, друзья мои. Русский драматический театр приглашает уфимцев и гостей столицы на зрелищный водевиль в двух действиях о екатерининских временах. Любовь — книга золотая. Прекрасные актеры, потрясающие костюмы и новая 2,5-часовая постановка театра о том, как юная княгиня Дарья Дмитриевна, прочитав подаренную Екатериной Великой книгу, переодевает дворню в лесных богов и начинает грезить о любовнике, изысканном не в пример мужу. А что из этого получится, увидим уже совсем скоро. Башкирский академический театр драмы имени Машита Гафури представляет зрителям театральную постановку режиссера-постановщика Айрата Абушахманова «Жанна. Дальше будет новый день. Премьера». История пойдет об успешной бизнес-леди Жанне, у которой было очень непростое детство. Сейчас ей далеко за 40, и у нее есть все. Работа, деньги, власть, молодой любовник, ради которого она готова на все. Но ее суженый ряженый вдруг уходит к другой, беззащитной юной студентке. Ах, эти студентки! Ну что ж, кто же начертит любовный треугольник? Звезды российского шоу-бизнеса взяли выходные и на майские праздники все рванули кто куда. Максим Галкин и Алла Пугачева на Тенерифе. Нюша на самый эпатажный курорт Таиланда Паттайя, и только Данна Борисова никуда не поедет, потому что уже совсем скоро начинает вести в качестве телеведущей «Дом-2», друзья мои, и будет отдыхать на лобном месте. Сашка, неси бензин! Грядет масштабное культурно-развлекательное событие в жизни города, когда все виды искусств сливаются воедино. 17 и 18 мая в Академии наук Республики Башкортостан пройдет «Ночь музеев». Выставка современного искусства, мастер-класс от художников и дизайнеров, видеоинсталляция, арт-видео, 3D-графика, фестиваль молодежной поп-культуры, концерт разной жанровой музыки, акция искусства, арт-формат, карнавал и многое-многое другое. Не пропустите! Друзья мои, смех без причины — признак чего? Правильно, оптимизма. Смеемся дальше. Руслан Воротников, рояль, роудс-вокал, Олег Янгуров, бас-гитара, Рустем Каримов, ударные. Специальный гост — Елизавета Воротникова, вокал. Подарите себе самый джазовый вечер в столице. Сенсация! На днях перед самыми майскими праздниками сотни прихожан стали свидетелями уникального явления. Сергей Зверев молится. Сережа, Бог с тобой.
Не можешь представить ни одну выходную ночь без хорошей вечеринки? Тогда именно ты должен попасть 16 мая в баварский клубный ресторан «Максимилианс» на мега-хаус-пати «Дыхание ночи» диджей Рублев, Москва. Москва, Монте-Карло, Сан-Тропе, Куршавель. Этот парень знает свое дело. Ни одно стоящее светское событие не может претендовать на уровень топ, не имея в своем лайн-апе имени диджей Рублев. Не пропустите! Это невероятно! Российские селебрити в шоке не перестают обсуждать, как перед самыми майскими праздниками легендарный тенор Прохор Шаляпин бросил свою молодую красавицу и ушел к еще более молодой. Интересно, к еще более старой или к еще более молодой? Иди, Прохор. Иди с Богом. Кто сказал, что Ван Гог отрезал себе ухо, а Врубель никогда не красил свой нос в зеленый цвет? Почему Давида Бурлюка называют отцом русского футуризма? Какие из органов чувств человека самые важные? 17 мая ответы на все эти вопросы вы получите в Центре современного искусства «Облака» в проекте «Русский футуризм и слухообонятельные мистификации в искусстве». Только одну ночь выставка художников, дизайнеров и фотографов, выступления поэтов и прозаиков, музыкантов, парфюмерные галлюцинации, театральные и художественные перформансы, посвященные носу и уху. Киноманы и просто любители драм, ужасов, комедий, мелодрам, фантастики и ужасов! Свершилось! Прошел слух, что кинокомплекс «Искра» переоборудует один из своих кинозалов в спальный. И теперь каждый из вас сможет наслаждаться своим любимым фильмом, лежа в постели. Кадр первый, дубль первый. 1001 недосмотренный фильм. Супер-премьера! На все киноэкраны страны выходит потрясающий и до предела волнующий душу кинофильм «Драма 10 мгновений судьбы». Фильм представляет собой 10 отдельных короткометражных фильмов, поставленных разными режиссерами. Сюжеты этих историй на первый взгляд не связаны между собой, и каждый из эпизодов создан в своем уникальном стиле. Хотя есть многое, что их объединяет. Это надо увидеть и почувствовать. Для всех тех, кто не представляет своей жизни без фантастики и боевиков, в российский кинопрокат выходит новая «Годзилла». Человечество случайно разбудило гигантское древнее существо, что повлекло за собой ужасающие последствия. Окунитесь в мир фантастики и приключений вместе с его главными героями. Ну а теперь полезная информация для наших маленьких телезрителей и их родителей. 15 мая во всех кинотеатрах страны ребят и их родителей ждет самая долгожданная премьера приключенческого мультфильма «Космический пират Харлок». Далекое будущее. Преступная корпорация Гая стала зловещим врагом Земли, отобрав у людей все. Свободу, дом, будущее. Казалось, что надежды на спасение нет. Но появился он. Космический пират Харлок. Капитан призрачного корабля Аркадия. Беглец, готовый сражаться за Землю. Кто он? Герой или преступник? Ребята, это будет супер приключение. Грядет самое масштабное, самое красочное, самое спортивное мероприятие в нашем городе для всех тех, кто не представляет свою жизнь без активного отдыха. Спорт, друзья мои! Довожу до вашего сведения и напоминаю всем любителям активного образа жизни и тем, кто не представляет свою жизнь без велосипеда. 18 мая в Уфе состоится большой спортивный праздник – День тысячи велосипедистов.
будет байк-шоу федерального уровня, которое пройдет в совершенно новом формате веломероприятия в Уфе. В этот день будут проходить показательные выступления лучших райдеров России, концерт известных музыкантов, хедлайнером которого выступит Найк Борзов. Сбор участников на площади Ленина с 11.00 до 12.45. Желаем удачи! Друзья мои, сегодня мы вместе с вами отправимся на улицы нашего города и узнаем у наших горожан, с кем бы из звезд российского шоу-бизнеса они провели свои майские праздники. За мной, друзья! Но прежде чем это сделать, я задал себе вопрос, с кем бы из звезд российского шоу-бизнеса я хотел провести майские праздники. Ну и сразу же нашел ответ. С группой, друзья мои, «Поющие трусы». Ну давайте узнаем, может быть, кто-нибудь придерживается другого мнения. С Юрой Шевчуком! ДДТ! Спасибо, а почему именно с Юрой? Потому что он мой земляк, он поет про Уфу, про трудовой народ. Он не дурак. С Веркой Сердючкой. Селена Гомес. Молодец. Галкина Максимом, то есть он такой комедийный, то есть более интересный. Голоса может, ну, пародировать разных людей, то есть, да, то есть. И было бы интересно вот. А не против, если бы он с Аллой Борисовной пришел? Ой, нет, конечно. Посмотри на Примадонну. И с двумя детьми также. Я всех забыла сразу тут же. Я бы с Филиппом Киркоровым. Да? Чулпан Хаматовой. А я бы слоновым. Би-два. Я хочу паука-человека. Ну и как всегда, 1 мая сопровождается праздниками, собраниями, всевозможными демонстрациями. И мы как раз на фоне коммунистов. Давайте узнаем, с кем бы они провели праздничные выходные. Думаю, наверное, с Зюгановым. За мной. С Григорием Андреевичем. Какой Григорий Андреевич? Что такое? Ну... Зюганов, что ли? Конечно. Какой же он Григорий? Геннадий Андреевич. Ну ладно. Наш лидер, господи. Ну ладно, вспомнили. Из российских никого. Всех гнать, да? Из советских. А, из советских? Из советских. Ну-ка. Вот его уже нету, Муслим Магомаев. Я так и знал, его уже нету. Поэтому концерта не будет, друзья мои. Смех и радость мы приносим людям. Ням лизов, наманчивые своды, не заменят никогда свободы. Не заменят никогда свободы. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Е-е-е-е-е. Ходит в крокодильях, из крокодильей кожи в ботинках. Не понял. Я говорю, Геннадий Андреевич ходит, говорю, из крокодильей кожи в ботинках. Так, из женщин кого бы взяли мы? Из женщин? Все-таки надо же нам провести праздники, так праздники, чтобы была, так сказать, женская поддержка. С Аллой Пугачевой. Неплохо. Алла. Ну, настоящий полковник. Спасибо вам огромное. Всего доброго. Можно с Гуфом? Да. Айс Бэби, что ли? Да. Девушка, ну давайте, наконец-то вы, я знаю, вы созрели. Ну ладно, Филипп Киркоров. Даже не знаю, так сразу резко спросили. Может быть, есть любимчики? Да и нет как-то любимчиков. В принципе, эстрада у нас такая многогранная сейчас, все нравятся иногда. Все, ну, давайте всех пригласим. Давайте всех. Приезжайте все к нам. Все, да, желательно все. Всех берем, все приезжайте. Уважаемые телезрители, телепередача «Столичная афиша» поздравляет вас с майскими праздниками и желает вам здоровья, счастья, любви и, конечно же, звезд. Звезд с неба, звезд с экранов и, конечно же, звезд за вашим столом. Развлекайте друг друга сами. Башкортостан, гуляй! Пришел 1 май! Никому не врет, лишь трудовой народ! Водку не бери, всю семью неси! Жене не изменяй, пришел 1 май! Ну что, пойдем послушаем Киркорова? Нет, я хочу поищи трусы! Ну что ж, надеюсь, каждый из вас
нашел в столичной афише немало полезного и интересного. А с вами был ваш постоянный медиагид по культурной и развлекательной жизни нашего города Артур Габбасов. До скорых встреч!